проект «Белый пароход» — это благотворительный фонд поддержки талантливых детей и молодежи, также который называется «Белый пароход». И вместе с хоровым обществом, с Российским хоровым обществом, они реализуют проект «Профессия голос». Нам посчастливилось стать партнерами этого проекта, и впервые на Камчатке в прошлом году, в октябре, с 13 по 17 октября, Николай Диденко, это художественный руководитель проекта «Белый пароход», ведущий солист Большого театра, а также наш большой друг, провел мастер-классы на базе колледжа искусств, на базе музыкальных школ города Елизово и города Петропавловска-Камчатского, где наши вокальные коллективы смогли прикоснуться, наверное, к таланту, позаниматься с таким потрясающим педагогом, вдохновиться, безусловно. Но самое главное — это то, что были проведены не только мастер-классы, но и прослушивание в проект вокально-хоровую школу «Белого парохода», который состоится уже в этом году. Скажу, что мы были очень удивлены, когда получили известие о том, что наши камчатские звездочки попали в этот проект. Я очень рада, что все усилия были наши не напрасны, и наши звездочки из города Вилючинска, Лейла Кастандова и Валерия Реутова, я думаю, что многие камчатцы знают этих девочек, попали в проект и в августе будут принимать участие в этой летней школе. Итогом этого творческого, такого большого, наверное, сказать, грандиозного, потому что ребята будут иметь возможность не только позаниматься с ведущими педагогами, познакомиться с такими же ребятами со всей России, итогом будет большой грандиозный концерт. Я очень надеюсь, что вот эти две звездочки наши, которые будут принимать участие в школе, это только наши первооткрыватели, и в дальнейшем Камчатка ведь полна талантов, одаренных детей. В дальнейшем мы будем любоваться и, может быть, когда-то в Кремлевском дворце будем сидеть и наслаждаться тем, как наши звезды блистают на сцене. На Камчатке в прослушиваниях принимали участие ребята из детских домов, многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Не буду скрывать, что обычно это наши звезды-лауреаты стремятся жить и побеждать такого фестиваля. И, конечно, мы очень рады тому, что у таких ребят есть шанс попасть в профессию, потому что Николай в дальнейшем, он отслеживает судьбы каждого ребенка и помогает в Москве и в других городах России ребятам в дальнейшем поступить или профессионально заниматься уже и развивать свой талант. А это очень для ребят ценно, потому что, конечно, мы понимаем, что в наше время достаточно сложно ребятам вот с такой судьбой попасть в большую жизнь.